Да. Стоим на датском берегу. Скоро попадем в Швецию. Свободника по этой причине. Идут по такой галерее, видимо, кто без машин заезжает, так вот, что типа, как бы мы назвали вокзал или терминал входной. Грузовых. Поехали. Вот, собственно говоря, город Фельсинор. Фельсинор. Приходит там как раз, который поднялись по галерее. Туалет. Паромчик полный. Давно где мы были вчера. Плываем. Покачивает ощутимо. Ой, качает. А ты не на палубе не был сейчас? А, нет еще. А я думал, ты на палубе снимаешь, как мы плываем. А ты потерялся где-то там? Не был. Тебе. Тратим кроны датские. Мы сейчас идем. Замок виден. Поднимусь наверх. Да. Вот, отчаливаем от берега все дальше. Вот это замок Кронборг, где мы вчера вернее гуляли. Вот там указывается положенный берег. Качка такая сильная, да? Полярная поряха на южных, да, по извивам зеленых земей. Подать плюс. Сдувается так, а? Снять ее напротив? А где Швеция-то? Вон Швеция. Куда едем-то? Мы в Швецию плывем, вон туда. А, понятно. Там такой витрило за углом будет, осторожно. Смотри, чтобы не снесло. А никого там не снесет из наших? Нет. Там просто будет витрило. Вам показалось. Дай ему как пороса. Давай, 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 давай,
смотри, какой ветер, а? Ну что, вот там у нас Швеция. Швеция все ближе, Дания все дальше. Через 3 минуты мы должны быть в автобусе. У нас 3 минуты. Ладно, пытается прорваться к тройке ветра. Ладно. Мне вообще классно. Там просто камера все переливает. Камеру заливает. Полярных моряк и на южных, Еще один коробчик с Кадлайс. На встречу нам сейчас будет, наверное, выходить. А, ну да, сходил. Скандилайн, да. Пойдем, подходим уже. Сейчас быстренько причали, пора уходить. Ты, наверное, не в ту вышел в дверь, надо F. Да. Надо в дверь F выходить. Хиросенбург. Неудобно. Неудобно.